29 дорожно-транспортных происшествий произошло в регионе за минувшие сутки. 5 человек погибли, 2 получили травмы различной степени тяжести. Инспекторами выявлено свыше 11,5 тысяч нарушений правил дорожного движения. Подробности дорожной сводки у Натальи Сабановой. 15 июля в 3 часа 30 минут на первом километре автодороги Ульяновск-поселок имени Карамзина железнодорожного района города Ульяновска. По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, не справился с управлением и допустил съезд в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель, мужчина 87-го года рождения, и пассажир, женщина 88-го года рождения, скончались на месте происшествия. В 10 часов 40 минут на 269-м километре автодороги подъезд от города Ульяновска к автодороге М5 «Урал» Теренгульского района Ульяновской области. По предварительной информации, водитель автомобиля «Шевроле Авео» выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Скания» с полуприцепом. В результате ДТП водитель автомобиля «Шевроле», мужчина 97-го года рождения, был доставлен в больницу, где позже скончался. Пассажиры того же автомобиля, женщины 75-го и 70-го года рождения, от полученных травм скончались до приезда скорой медицинской помощи.